Вот такие классные и полезные гаджеты я покажу вам в этом видео. И как всегда в конце видео будет конкурс. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня вы увидите подборочку из 17 классных товаров для дома, которые, я уверен, вам пригодятся с сайта AliExpress. Когда будете что-то себе покупать с интернет-магазинов, обязательно пользуйтесь кэшбэком, чтобы возвращать себе часть денег со своих покупок. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И как всегда, те, кто досмотрит видео до конца, примут участие в интересном конкурсе. Приятного просмотра! И первый товар у нас сегодня – это недорогой и эффективный ионизатор, который очистит вашу комнату или небольшой офис. Основное предназначение очистителя воздуха заключается в том, чтобы удалить из воздуха вредные примеси. Ионизация благоприятно сказывается на самочувствии и здоровье человека. Такой процесс часто используют для профилактики и оздоровления от различных заболеваний, очистки воздуха от микробов, аллергенов, микроорганизмов и прочих загрязнений, создание хорошего настроения и комфортной обстановки, повышение иммунитета и работоспособности, снижение утомляемости. Основные достоинства очистителя – это высокая скорость и эффективность очистки, низкий уровень шума в ночном режиме, нейтральный внешний вид, удобство в обслуживании. Зона применения от 10 квадратных метров, подключается в сеть. Беспроводная интеллектуальная камера от Xiaomi. Имеет большую апертуру f2.0 и объектив с двойным фильтром для качественной съемки. Широкоугольный объектив и 8-кратный зум предоставят очень качественную картинку или видео. Камера оснащена функцией двухсторонней связи. Вы можете не только слышать, что происходит у вас дома, но и передавать голосовые сообщения через встроенный в камеру динамик. А еще в камере есть датчик угарного газа и дыма. Поэтому в случае чрезвычайной ситуации автоматически включится сигнализация, и к вам на смартфон поступит соответствующее уведомление. Специальная подставка имеет липкий слой, который позволяет прикрепить камеру к любой поверхности, а гибкая ножка разместит устройство под наиболее удобным углом. Цифровая розетка с таймером может выполнять огромное множество всевозможных действий, включать обогреватели и калориферы к приходу хозяев, чтобы создать оптимальную температуру воздуха и воды, управлять нагревательными приборами, например, поддерживать определенную температуру в аквариуме или террариуме. Также такие розетки могут помогать при длительных отъездах, создавая обстановку присутствия людей в доме. В целях безопасности розетка оборудована специальными задвижками, которые препятствуют прямому контакту различных предметов с ее электрическими контактами. Максимальная нагрузка 3500 Вт, потребляемая мощность не более 1 Вт, большой ЖК-дисплей, 8 полезных функций. Умный цоколь для дистанционного управления светом. Имеет цоколь E27 и поддерживает лампы мощностью до 30 Вт. Для домашних светодиодных и люминесцентных этого хватит с большим запасом. Устройство работает через сеть Wi-Fi. Используется для управления лампочками освещения, которые можно включать и выключать удаленно с помощью мобильного приложения. Управление также может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления. Смарт-цоколи можно применять, например, для отключения ночника в детской комнате, когда малыш заснул, в длинном коридоре, на лестничной клетке или в большом офисе с несколькими кабинетами. Максимальный ток 2 ампера, максимальная мощность 200 Вт. Световой будильник, имитирующий восход солнца. Он создает искусственный рассвет, плавно повышая яркость света в течение 30 минут до момента срабатывания звукового сигнала. Люди, использующие световой будильник, просыпаются гораздо легче, в лучшем настроении и чувствуют больше энергии по утрам. Использование будильника оказывает положительное воздействие на продуктивность и концентрацию. Имитируя естественный рассвет солнца, свет постепенно становится все ярче. В течение 30 минут он меняется от мягкого красного оттенка к теплому оранжевому, плавно переходя в желтый оттенок дневного света. Такое постепенное нарастание света помогает организму проснуться естественным образом. В будильнике есть 5 сигналов на выбор со звуками природы и FM-радио, что позволит вам просыпаться под звуки любимой радиопередачи. Цифровой термометр-гигрометр с выносным уличным датчиком. Измерение влажности воздуха является чрезвычайно важным и необходимым действием, особенно в тех случаях, когда в доме живут маленькие дети. Слишком сухой или наоборот влажный воздух одинаково неблагоприятно сказывается на общем самочувствии и здоровье. В обоих случаях у них будет страдать дыхательная система, и на фоне этого могут развиваться опасные заболевания. Замерять влажность воздуха и температуру помещения вам поможет цифровой термометр-гигрометр. Его можно использовать для одновременного измерения температуры в двух точках и влажности с запоминанием их максимального и минимального значения.
Зная относительный уровень влажности, который показывает гигрометр, вы сможете следить за качеством воздуха в помещении и при необходимости улучшать его, сокращая воздействие нежелательных факторов. Особенность этой модели – это выносной датчик, который поможет измерить температуру в нужном вам месте. Огромный ЖК-дисплей – цифровой датчик влажности. Если у вас из-под крана течет жесткая вода, то я предлагаю присмотреться к такой вот насадке для крана. Она подходит под холодную и теплую воду. Удобство и компактность – главные преимущества этой насадки. Фильтр, как правило, используется для очистки холодной водопроводной воды и представляет собой колбу с ионитами и сетку или картридж с активированным углем, установленный на магнитной сетке. Перед работой фильтр-насадку следует очистить от частиц угольной пыли, образующейся при транспортировке устройства. Ресурс подобного устройства, как правило, на 1500-2000 литров воды. Подходит для кранов диаметром от 16 до 23 мм. Совершенно новый подход к переноскам и зарядкам. Забудьте про адаптеры и переходники. Совершенно новые решения от Xiaomi. Чтобы добиться лучшей совместимости с бытовыми приборами, удлинитель имеет три стандартные розетки. В производстве используются только высококачественные материалы, а также оловянно-фосфоритная бронза для тонкопроводящих частей. В конструкции каждой розетки используются 4 контакта. Таким образом получается избежать перегревов и коротких замыканий. Помимо этого, корпус сделан из негорючего материала, безопасен для детей, имеет независимый предохранитель и заземление. Дизайн выдержан в строгих белых тонах и идеально подходит к любому интерьеру, будь то гостиная или спальня. Механический суточный таймер. Это изделие для включения и отключения электроприборов или освещения в желаемое время. Для установки нужно подключить необходимые электроприборы через таймер к сети. Позволяет подключать электроприборы максимальной мощностью не более 3500 Вт. Розетка с защитой от доступа детей. Программа на 24 часа имеет 96 переключателя лепестка, каждый из которых отвечает за свой 15-минутный отрезок на 24-часовой шкале. В те 15 минут, когда соответствующий лепесток включен, прибор будет работать. Таким образом, вы можете настроить до 96 включений прибора в день. Вы устанавливаете программу один раз, таймер будет повторять заданную вами программу каждый день до тех пор, пока вы не зададите новую. Держатель проводов. Необходимая вещь, которая самым аккуратным способом поможет справиться с проблемой лишних или вылезающих проводов. Держатели провода помогут организовать рабочее место и создадут уютную атмосферу в комнате или на кухне. Крепятся держатели при помощи специального двустороннего скотча. При желании можно переклеивать. Держатели помогут упорядочить кабеля мобильных телефонов, телевизора, наушников и другой техники. Стоит лишь прикрепить их, например, к столу. Таким образом, провода не будут спутываться в нераспутываемый клубок. За них не будут цепляться ваши родственники и домашние животные. И вы всегда сможете быстро найти нужный кабель. Дверной замок с возможностью считывания отпечатков пальцев. Идеальное решение для установки на межкомнатные двери в доме или в офисе. Возможна установка как на правую, так и на левую сторону двери. Это устройство работает настолько просто, что регистрацию можно провести за 5 секунд. Распознавание зарегистрированного пользователя благодаря встроенному алгоритму происходит менее чем за полсекунды. Пониженное потребление электроэнергии гарантирует стабильную работу ручки от 4 батареек типа 2А в течение 1 года. Анализатор качества воздуха Xiaomi. Это датчик, который следит за чистотой воздуха, помогает мгновенно узнать качество воздуха дома, в автомобиле или на улице. Для этого в него встроен лазерный датчик, который определяет показатель PM2,5, находящиеся в воздухе мелкодисперсные твердые частицы и частицы влаги. Анализатор имеет OLED-дисплей для отображения данных, сохраняет историю измерений и имеет встроенный аккумулятор на 2 или 3 часа непрерывной работы. AIR-детектор является частью системы умного дома от Xiaomi и синхронизируется с очистителем воздуха и смартфоном. Компактные размеры и вес менее 100 грамм позволяют взять анализатор, куда бы вы ни отправились. Винтажная лампа Эдисона приглашает всех не просто окунуться в прошлый век, но и также разгадать притягательный стиль ретро-искусства. Для всех любителей винтажного стиля данная лампа будет идеальным решением для украшения интерьера своего дома, квартиры, ресторана, бара или кафе. Создает лампа атмосферу комфорта и уюта благодаря их теплому винтажному свету. Как и огонь в камине, они дарят ощущение романтики и тепла. Лампочка изготовлена вручную из самых качественных материалов мастерами своего дела.
Оконный биметаллический термометр помогает чувствовать себя комфортно при любых погодных условиях. Ведь перед прогулкой крайне важно узнать температуру воздуха, чтобы не замерзнуть и не запариться. Градусник имеет стильный дизайн. Оригинальная квадратная форма делает прибор прекрасным декоративным элементом. Термометр измеряет температуру в диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов с точностью до 2-3 градусов. Изделие не содержит ртуть, а колебания температуры фиксируются специальной стрелкой, расположенной на биметаллической пластине. Модель выполнена из высокопрочного пластика. Портативная колонка с будильником от Xiaomi. Гибрид будильника и колонки занял достойное место среди уникальных устройств от Xiaomi. Стилизирован под цилиндр и выполнен из пластика, приятный на ощупь. Пластик, используемый для изготовления устройства, состоит из гипоаллергенных частиц, которые безопасны для детей. За тканью на лицевой стороне прячется циферблат со светодиодной подсветкой. На верхней части корпуса расположена массивная кнопка, с помощью которой можно регулировать громкость или включать-выключать гаджет. Расширенные настройки устройства доступны через традиционные приложения Mi Home. В режиме будильника пользователь может устанавливать время пробуждения и выбрать мелодию. Мелодии мягкие, плавные и приятные на слух. Швабра с отжимом и полосканием. Ваше новое оружие для качественной уборки дома или офиса. Вам не понадобится прикладывать большие усилия, чтобы вымыть пол, стекла или автомобиль. С этим набором для уборки вам будет гораздо удобнее отжимать и полоскать швабру. Просто надавите на нее, и центрифуга начнет вращение, осуществляя отжим, либо удобное полоскание без лишних усилий с вашей стороны. При этом ваши руки останутся сухими. Основные преимущества перед швабрами с отжимом – это новая центрифуга. Позволяет гораздо дольше функционировать и более тщательно отжимать по сравнению с обычной. Изящная и эргономичная силиконовая щетка. Не просто электрощетка, она сочетает в себе технологию Sonic Pulse с уникальным силиконовым дизайном, гарантирует полноценный уход за всей полостью рта и ни с чем не сравнимый опыт чистки зубов. Щетка дарит яркую белоснежную улыбку, не забывая и о массаже десен необычайно мягкими и ультрагигиеническими силиконовыми щетинками. Ее мощный аккумулятор держит заряд дольше всех остальных, а благодаря уникальному силиконовому дизайну заслуженно является самой нежной и самой гигиенической и электрической зубной щеткой. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой инструмент вам понравился. Если вам нравится мой канал, то нажимайте на этот колокольчик. Так вы не пропустите мои ролики. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!